Застройщики выделят квартиры бойцам, которые отправились на СВО. Об этом заявил Союз строителей Красноярского края. Представители бизнеса решили поддержать военнослужащих и раздать по одной однокомнатной квартире в новостройках. Сейчас в администрации города совместно с застройщиками прорабатывается механизм оказания жилищной помощи красноярцам, заключившим контракты на военную службу. 14 компаний заявили о готовности предоставить жилплощадь в домах, которые уже готовы к сдаче. Минимум 10 человек выберут до конца этого года. На встрече с главой города представители стройкомпаний обсудили детали. Это, наверное, то, что правильнее всего от имени застройщиков, такая форма поддержки для участников специальной военной операции. Каждая компания, каждый руководитель сам определяет степень, меру поддержки. Безусловно, я не сомневаюсь, что и мои коллеги, так же, как и мы, периодически финансируем, оплачиваем какие-то гуманитарные вещи.